Всем привет! Мы снова в Нескучном саду. 31 декабря. Активно треним уже подтягивания. Уже сделали сейчас 1000 отжиманий. Еще несколько сотен впереди. Пока мы ждем пиццу. Пиццу? Всех с наступающим. Всех, да, с наступающим. Точняк. Что-нибудь еще хочешь пожелать народу, кто смотрит? Здоровья, успехов в тренировках, будьте клевыми. Да. Занимайтесь воркаутом. Я надеюсь, что этот год у вас был очень продуктивным. Вот сейчас Саня может что-то пожелает. Сань, что-нибудь скажешь людям? Да. Отлично. Вот, вы слышали все сами. Еще люди продолжают подходить. Нас становится все больше и больше. Привет. И это здорово. Что я хотел вам сказать? На сайте можете найти мое новогоднее поздравление на главной странице. Я там написал все, чем запомнился этот год. Основные какие-то вещи по проектам, по сайту. Вот. Вообще я не то чтобы очень люблю подводить какие-то итоги промежуточные, потому что впереди еще много всего, что предстоит нам сделать. Поэтому что я хочу вам сказать. Сегодня последний день уходящего года, а завтра начнется Новый год. И у вас будет ровно 365 дней на то, чтобы достичь результатов, которые вы хотите. Поэтому из этих 365 дней 9 будут как бы днями отдыха. И это даст вам достаточно времени для того, чтобы подумать, чего вы хотите добиться от этой жизни, от ближайшего года. Так что я советую вам не терять их впустую, не растрачивать их на всякие праздненства, а провести с пользой. Отдохнуть, набраться сил и подготовиться к движению вперед. Потому что следующий год будет не менее простым, не более простым. В общем, непростым он будет. Вот такие вот дела. Может быть, еще что-нибудь позаписываю сегодня. Все-таки последний день 100-дневки. И, блин, 100 дней назад каждый из нас, кто смотрит это видео, дал себе обещание дойти до конца. И вот мы уже дошли. Режим тюленчика. Видите? Давай, у Сани режим тюленчика. Режим тюленчика? У него режим тюленчика. Режим тюленчика. Мы расскажем вам в одном из будущих видео патриотов, что такое режим тюленчика и что такое мышечный тюлень. О, мы уже вроде все узнать. Не, ну мы так, мельком. А сейчас, в общем, блин, 100 дней, 100 тренировок, 100 образовательных постов. Мы дали вам всю необходимую информацию для того, чтобы вы дальше могли двигаться самостоятельно. Мы дали вам все ответы и все ключи. Все, что мы могли сделать с Олегом, мы сделали. Дальше все зависит от вас, от того, как вы будете тренироваться, как вы будете внимательно относиться к своему рациону, к своему режиму дня, будет зависеть ваш прогресс. Но первое, с чего все начинается, с постановки целей. Вы должны четко понять, чего вы хотите добиться. Если вы этого не знаете, то вы и не добьетесь ничего. Вот такое вот оптимистичное, заявление. Поэтому определитесь с целями и начните к ним двигаться. На этом на сегодня возможно все, возможно не все. Я не знаю на момент, когда я снимаю. Будем мы еще что-то доснимать. Но в любом случае, это был веклевый 100 дней. И я надеюсь, что увижусь со многими из вас в ваших городах или когда вы будете приезжать в Москву. По тренинг вместе пообщаемся. Будет клево. Давай, покажи. Давай. Площадка кроссфит. Площадка воркаут. Нормально. Со штангой. Нормально, почему нет? Площадка воркаут. Потому что это суровая площадка. Суровый воркаут, да. А кроссфитер это? А, вот даже он. Детский городок. Давай, тяни как можешь. Веревочный городок. Тяни, давай, можешь. А у меня тоже новогоднее чудо. Я взял соточку вообще. От пола. От пола? Первый раз. Не вставай, ёшкин ты. Теперь это тяжело. Хочешь мои? Тяжело, но не так тяжело, как мне казалось. Блин, главное не сдаваться и следить за качеством, ребят. Теперь 50. Следите за качеством. Первые 50 нон-стопом. Потом 10, потом... Ну там по 10 добивал, потом по 5. Потом по 3. Потом по 1. Ой, ладно, добить соточку, не вставай. Все. Грудачок-то, а? Ух, блин, хорошо, я молодец. 100 отжиманий. Может быть, попраздновать. Это наша красная толстовочка новогодняя. Она не написана. Это маленький подарок от Санта-Клауса. Я хочу горячий чай сейчас. Вот какао возьми. Пощадку.
Ну, я лучше просто вместе с Аней выйду на его районе, мы снимем площадку, потом дойдем до машины, я сяду, а он пойдет домой. Кому чаечек? Пицца! Открываем сезон пиццы в Нескучном саду. Впереди зима, и это значит, что кто будет хочет, очень много пиццы. Чая, я хочу чая. Ну давай стакан, быстрее. У меня рука забита, не тяжело. В общем, все молодцы, кто прошел сотку. Я, конечно, все красные называли. А тут чай-то попало. Вот этот чаечек очень вкусный. Сейчас попробуйте его здесь. Да, да. Он подойдет. Вот плюс как бы общих сборов. Почему их надо проводить для участников сотки в своем городе? Видите, сколько хавчика, чайка. Потренили прям. Замечательно. Душевненько. 100 дней ради двух пицц. Почему двух пицц? Ты просто в прошлом году не ходила. А ты зимой не ходила в том году, да? Ты пропустил пиц 10, наверное. Там всю зиму, там чуть ли не каждые выходные зимой по пицце было. Все, снимай и рассказывай. Снимаешь? Да. Думаешь, увидишь? Ну ты следи за этим, а я медленно. Да тут не видно. Ну, в общем, наверное, это слышно. В общем, мы сейчас на моем районе, здесь неплохая площадочка. Ну что там есть? Там есть турник, брусья, газель. Да, да, направо, да. Вот, вот так. Но ее не видно вообще, далеко слишком. Во, прибавь почти. Давай я выйду. Ну выйди. Я здесь тебя прикормлю. Сейчас мы немножко выйдем. Я покажу. Последняя вам. Площадка в 100-дневке. 100-дневочка, да. Соты. Ай, так, сейчас будет. От... Просто ушел нахрен. Ладно, я только что попал по колено в сугроб. Это жесть. Так, что у нас тут есть? Ну, такие не очень крутые штуки вот тут вот стоит. Стоят. Так, у нас есть крутые штуки для стоечек, пресс. А? Это я, моя коленка. По колено просто. Так, потом есть лавочка. Не понятно для чего. Раз турник. Треугольничек турничков. Шведская. Потом три турничка тут. Брусья. Еще одни брусья. Турник и... Не очень удачная скамеечка для пресса. Ну, в общем, вот я уже все показал. Отлично. Типа псевдо хомуты такие, да, только на сварке. Тут нет вообще хомутов. Да, я знаю, но сделано. Убогая площадка, на самом деле. Ну, она типа сделана под крутую, но она не крутая. Мне не нравится. Ну, на самом деле. На самом деле, с района, на районе людям очень нравится. Тут резиновое покрытие везде. Все типа очень круто. Я на ней мастер-класс показывал, очень, короче, неудобно. Мне не нравится. Нормально. Но здесь, на этих стоечках, я часто делаю стоечку. Да, ну здорово. Едешь домой, такой идешь, круто. Все, а вот я ушел по колено. Ты просто прям сами в такой сугроб. Сейчас покажем. Ты снимал, да? То есть это будет? Я снимал. Я, во-первых, там чуть ли не упал, а потом такой шагаю и просто пум. Ладно, в общем. Это сотый день 100-дневки, мы ее прошли, все молодцы, ребят, я вы клевые. Саня не проходил, ему не надо. А мы с вами прошли, и это было здорово. Ну что ж, до встречи. И с наступающим вас всех, ребят. И с наступающим. Точнее, наверное, ну да, с наступающим и с наступившим. Все, хорошего, хороших тренировок, хорошей мотивации и покушайте хорошо. Да, да. Будьте клевыми, занимайтесь воркаутом. Пока. Пока, да, всем удачи. Встретимся в следующем году. Белочка. Мучи, какой хороший зверек. Ну куда ты убежал, господи.